Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. И начну я, пожалуй, с выполнения заданий. Так, открыть колоду. Давайте мы посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, мутаген, комикс, 24 пиццы, 75 сюрикенов и Ксевер Монтес, одно ДНК. Хорошо, давайте дальше продолжать. Поднять уровень персонажа, да? Это, я думаю, проще парень на репу. У меня 12 500 мутагена, так что будем, наверное, делать это дело Майки. Почему Майки, ребят? Потому что мне нравится его скилл на уворот, и я хочу, чтобы он сам как можно дольше стоял у нас в команде, а не падал от одного пинка. Вот, два уровня, да, у меня получилось поднять, 54-й в данный момент, все хорошо. Так, ну, еще одно задание мы с вами выполнили, поэтому забираем реворд. Сразиться в боях, значит, 3 в сложных и 10 в простых. Давайте, наверное, начнем с вами со сложных боев и попробуем здесь. Может быть, нам даже выпадет морозильная... А, конечно. Кстати, подождите, ребята, а почему это у меня здесь нету всех звездочек? А, все, я понял. Понял, ребята. Герой в полупанцире. Вот эту вот ветку заданий мы с вами не прошли, но надо будет пройти обязательно. Хорошо, тогда давайте попробуем с вами заработать. Хм, а кто нам нужен? Кейси? Ну давайте попробуем Кейси, хорошо. Так, одно ДНК есть. А вообще нам нужно на него ДНК-то? По-моему, нет. Второе. И давай третью. Нет, не дают. Ладно, 3 сложных задания мы с вами выполнили. Сейчас будем, ребятушки, с простеньких. Так, вот, нормальный уровень сложностей. И давайте-ка мы глянем, кто у нас тут. А, здесь, по-моему, у нас не разыгрываются, да? ДНК у нас просто вещи. Ладно, давайте-ка тогда мы сделаем с вами... Можно вот на знаки, ребят, попробовать. Они тоже, кстати, везде фигурируют. И как бы можно позарабатывать. Так, раз, это нам придется 7 боев сделать, да? 2. 3. Ну, давай дальше. 4. 5. 6. И последний. 7. Все, ребята. С заданиями мы разобрались. И теперь я хочу, знаете, куда пойти? Хочу пойти в бой, но пока не на турнир, а хочу пойти в испытание. Потому что, да, у нас сегодня, вот, ребята, на эксперте стоит Усаги против мощи. Естественно, мне нужно здесь попробовать выиграть пару ДНК на него. Здесь дается сразу за победу 2. Поехали. Так, где? Вот здесь. Так, 40... Ой-ой-ой-ой, а мне дали таковую. Блин, ну что ж ты будешь делать? Здесь 40-й уровень, а мне всего лишь одного 80-го дали. Ладно, я попробую, может быть, 2 эпизода пройти на Усаги. Ну, один Рафаэль, конечно, здесь вряд ли он мне справится. Я постараюсь, конечно. Так, минус грипп. Но здесь все легко и просто, ребят. Тут даже и думать нечего. Главное, чтобы меня никто не упал, чтобы я мог немножечко даже пофармить. Понимаете, о чем я говорю, да? Так, давайте мы с вами поставим, наверное, себе провокацию. Пускай уж... Усаги бомбит мне моего черепашонка, а мы с вами будем пока вот так вот из-под тяжка его бомбить. Ну, естественно, он делает мощный удар, промахивается, потому что у него всего лишь 40-й уровень. Ну, и мы, наверное, ребят, сейчас с вами его добьем. Ох ты, смотри-ка. А если вот так? Накося. Получил, ребята, он свое. Ну что же. 2 ДНК мы с вами зарабатываем. И не забываем, что у нас есть шанс еще пофармить этот уровень. Попробуем теперь здесь. Давайте глянем. 50 уровни у бойцов. Поэтому мы, наверное, отсюда уберем с вами. Вот так. Я думаю, что вот так будет оптимально. Если, понимаете, начнут вот эти вот грибы делать свои суперудары, то у меня Хан, скорее всего, может погибнуть. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Петручо, успокойся. Ну вот, ребят, видите, Хан слабоват, конечно, в этом деле. Один удар, и он, как говорится, почти половину хп потерял. И вот грипп что сделал. Слава богу, у меня... Так, секунду. Сейчас попробуем добить. Ай-яй-яй, не вышло. Ладно, тогда мы сделаем вот так. Мне нужно пройти на 3 звезды этот уровень. Так,
Давай, Раф, ответку. Замечательно. Так, теперь гриб этот добьем мы с вами. Вообще великолепно. Ну все, ребят, Усаги здесь, скорее всего, погибнет. У нас ничего у него не получится. Как бы он тут не выеживался. Ну-ка попробуем так сделать. Не прокатило. Да, ребята, у нас получилось пройти на 3 звезды. Значит, я и этот уровень тоже могу пофармить. И сколько мне? 2 ДНК еще дадут сверху. Ну-ка. Да, ребята, за 2 боя 4 ДНК. Я считаю, что это неплохо. Ну-ка, посмотрим теперь здесь. 60 уровень. Это очень и очень, ребята, сложно будет здесь проходить. Если бы мне дали бы, предположим, хотя бы Леонардо еще, да, здесь, то было бы вообще замечательно. Я говорю, самый смак здесь будет в том, что у меня Рафаэль может со 100% вероятностью делать контратаку. Но вот сможет ли он... Видите, не хватает ему мощей, чтобы с первой попытки убить этот самый гриб. Они сейчас тут начнут буянить. Здоровье у нас, как видите, уменьшается. Тем более у них двойная атака. Так, он вешает, ребята, крит и дополнительную защиту. Сами видите, прекрасно, да? Так, плюс у нас постепенный урон. Ну, я думаю, здесь нет смысла, ребят, ставить провокацию. Поэтому давайте будем уже вот так вот их гасить. Поехали. Начнем с грибов, конечно же. Так, давай ответку. Да что то. А, двойная атака, да, ребят, у них. Так, ну, этому тоже конец. И остается только Усаги и я. Будем, как говорится, смотреть, кто кого. Блин, у него двойная атака, ребят, смотрите. Двойная атака, он мне заблокировал все мои возможности, представляешь? Так, оу, сейчас будет сильный удар. Очень сильный. У меня остается половина здоровья. Что же мне тогда делать? Ну, у меня пока нет особого выбора. Просто обычная атака. Хорошо, что он мажет. Посмотри, какая у него обалденная вероятность просто заблокировать все мои спецвозможности. Слушай, я думаю, что мы все-таки сейчас победим его. Как так? Как так можно было сейчас... Ай, ребята, оплошать. Есть! И все-таки Рафаэль на высоте. Согласитесь, он красавчик. Он просто всех вырубил здесь. Молодец. Я горжусь тобой, Рафик. Вау. Даже 3 ДНК мы здесь с вами заработали. И в общей сложности получается 7. Ну что ж, давайте попробуем, наверное, с вами здесь разыграть. У нас, кстати, не так много телепортов. Поэтому, я думаю, надо прикупить. У меня как раз есть 500 бакинских. Давайте сделаем. Вот. И теперь будем уже с вами фармить. Начнем вот с этого вот уровня. Да, я не спорю, мы тратим с вами 3 портала, только лишь на одну попытку. Но если попытка будет удачная, то, поверьте, мы не пожалеем. Пока что-то у нас не совсем удачно. Ага, Рафаэль Космос мне выпадает, 2 ДНК, это неплохо, кстати. Да что вы будете меня этими монетками теперь пичкать? Портрет короля, ну еще лучше, а? Да ладно тебе. Все, ребят, у меня пицца закончилась. Да. Ладно, в любом случае мы с вами ее накопим. И потом я еще попробую пофармить. Но в данный момент я скажу, что вот 3 эпизода прошел, на 4 меня не хватит. Ну, сами понимаете, во-первых, там уровень будет 80-й. Или даже больше. Ну-ка. Да, там, скорее всего, будет 80-й или 75-й. Я в любом случае не смогу пройти одним Рафаэлем. Ну что же, а теперь мы плавненько с вами переходим куда? Конечно же, на турнирную арену. В данный момент я зависаю на Лиге Сёгунов 1 звезда. Это, кстати, неплохой показатель. Причем я получил только вчера этот ранг. И меня не скинули. Давайте тогда будем продолжать с вами. У нас есть 5 откатов. Это тоже очень хорошо. Так. Поехали. 52-е, да, уровни. Я буду начинать с Леонардом. А реализовывать мне надо, ну, своих, так скажем, хотя бы 45-х уровневых героев. Так, прокатит? Нет, я думаю, что... Вряд ли Лео здесь один всех забомбит, поэтому мы к себе в помощь возьмем Ваньку Стиранка. Пускаем даже 60 уровня, ну, грубо говоря, на добивку. Я думаю, что он все-таки должен сделать свое дело добивное. Но тут есть Леонардо вражеский, который может захилять, если мы сейчас с вами не успеем что-нибудь сделать, предпринять, так сказать. Ага, вот, вот, вот это хорошо. Давайте-ка вот так вот с вами сделаем. Это дополнительная защита, да, у нас вешается. И контратака практически на всех, кроме Леонардо. И они начинают почему-то именно Ну, естественно, естественно, он захиливается. А мы продолжаем бомбить. Ну, Ванек. Слушай, довольно неплохо Ванька сейчас бомбанул. Давайте мы с вами попробуем убрать отсюда Леонардо. У нас все получается. Так, Донателло что делает? Ага.
критический удар повышать, да, плюс уклонение. Но это ему не поможет, естественно, ребят. Так, давай-ка проверим вот эту поджарочку. Пробиваем. Ну что, и добивной, наверное. А, мимо. Усаги, хорош. Оу, нет. Ребята, вот это был... Вот это была подстава. Ёлки ты палки, это же надо было. Он прыгнул на самого слабого Леонардо и, естественно, его подбил. Ё-моё, бонус-то у нас будет минимальный, получается. 35-я позиция. Ну ладно, это еще по-божески, поехали. 10 ступенек мы с вами поднялись вверх. Павел. У нас есть Павел. Также у нас есть Матеус и Креуза. Я думаю, мы будем, наверное, все-таки с Павлом. Да, я думаю, что лучше с Павлом. Так, 49-й, 52-й, это максимальный уровень. 52-й, значит, мне можно взять вот этих вот ребят вполне. И еще кого-нибудь покрепче. Это будет, например, Змея Карай у нас. Опять же, у нас та же самая стратегия. Самое главное, чтобы никто нас не бомбанул. Здесь хиллер кто? Давайте посмотрим, кого нам в первую очередь нужно ликвидировать. Так, Бибоп. Ну-ка, если мы сделаем вот такой вот крик. Ну все, все, я могу нас поздравить, ребят, здесь победа за нами. И это очень и очень классно. То есть сейчас у нас все прошло хорошо на 100%. Ладно, двигаемся далее. И возможно сегодня мы попадем в сёгуны. Да невозможно, а попадем в сёгуны 2 звезды. Хотелось бы, конечно, вытянуть на 3. Но боюсь, не получится, потому что у нас мало персонажей, которые могут сегодня отыграть. Так, берем Леонардо, короче, да? И давай Бакстера, возьмем Шреддера, возьмем Эйприл. И нет, короля пока мы не будем брать, это опасно. И я, наверное, думаю, что здесь зайдет неплохо, конечно же, Бакстер Стокман со своей массовой смертельной волной. Или своими смертельными маузерами. Здесь хилов нет, но здесь есть... Здесь есть защитники, которые, в принципе, уже не понадобятся. Хорошо сыграли вот эту партию, быстро, как говорится, и безболезненно для врага. Все отлично, продвигаемся далее. А ну-ка... Наверное, еще боя 2 нам придется сделать, как минимум. Да, ребят, 11-я позиция, еще один бой впереди у нас. И мы с вами уже в Лиге Сёгунов 2 звезды будем. Так, здесь я, наверное, возьму Яночку. Да, Яночка, 49-й уровень, а почему бы и нет. И можно, знаете, что попробовать. Я все-таки думаю, если я... Ну вот, просто вот так вот сделаю. Получится у меня или нет. И возьму сюда Змейка Вьюна. Кстати, когда за кадром играл, Змей Ковьюн довольно неплохо у меня стоял на добивке именно своей массовой атакой. Вот сейчас мы и проверим, прокатит ли мне это дело. Главное, чтобы морозильная кошка упала. А она... Ой, да тут вообще замечательно. Вот этим, ребята, ударом я пользуюсь на добивку в основном. Он очень хорошо дамажит. Ну что же, вообще идеально идем. Я даже одного персонажа из слабеньких реализовал. Вообще круто. Жалко, конечно, что у нас портальчики, точнее откатики с вами падают. Падают, и их у нас осталось всего, ребята, 2 штучки. То есть я могу всего лишь 2 боя сделать. Но я постараюсь по максималке их, как говорится, потратить. Давай, Лео, иди сюда. Мы возьмем с вами, наверное, Леонардо. Ладно, я рискую, ребят. Я беру Леонардо Мутагеноида. И тут кого бы мне взять? Надо 100% быть уверенным, что все прокатит. Я, наверное, возьму все-таки Зека и... Зек и Лео, да, они, в принципе, должны здесь, ребят, всю эту ситуацию разрулить. Поэтому давайте-ка, наверное, возьмем еще кого-нибудь слабенького. Например, того же самого Бибопа, кабанчика нашего. Поехали. Риск, конечно, очень большой. Если кто-то вперед из них вырвется, это будет больно. Больно для наших слабеньких героев. Ну что, Лео, добьешь? Давай, добивай. Не позорь меня, как говорится, перед зрителями. Молодец, ты красава. Ты красава, как всегда. Все у тебя хорошо и идеально получается. Ну что ж, мы двигаемся с вами дальше и... Будем уже брать обычных своих персонажей, которые у меня остались. Откат у меня всего лишь один. Поэтому давайте будем брать не таких уж максимальных здесь персонажей против нас. Например, вот здесь, это кто у нас? Маура, да? А знаете почему Маура? Потому что у него очень много серебряных героев. Значит, мне будет проще с ними справиться. Так, 46-й, 50-й, 50-й уровень. Возьму, наверное, я сюда Железноголового. И возьму сюда я, наверное, Криса Брэдфорда. Вот так вот. Криса я беру для того, чтобы повесить себе дополнительную защиту.
Ну, а основной дамагер, конечно же, у меня будет железноголовый. Нет, не надо начинать такие вот шуточки. Карайка, инициатива у него, видать, неплохая, да? Раз она начинает первая. Так, понеслась, да? Душа в рай называется. Кого нам убрать с вами? Ну, я... давай Бакстера попробуем. Хотя лучше нам по Брэду звездануть. Нет, лучше я все-таки попробую по Макману. Так, давай попробуем понизить им защиту. Оу. Так, секунду. Что делаем? Делаем, ребят, провокацию, конечно же. А то сейчас они тут разгуляются не на шутку. Видишь? Если бы этот удар сейчас, например, прилетел бы нашему Армагону, я боюсь, он бы упал. Так, контратаки нет нигде. Поэтому давайте, ребят, вот так вот делать. Сейчас будет захил. Вот стопудово вам говорю, будет захил от... от Бакстера. Нет, не надо. Черт. У меня тигр, ребят, в критической ситуации. Посмотрите. Хил, у меня даже хила нету, ё-моё. Так, Бакстер, попробуем, ребята. Не вышло ничего, что давай я попробуем вот так вот. Что ж так слабо, а так добьем? Добили, отлично, ребята. Теперь давай... Слушайте, мы, по-моему, ребят, с вами потеряли тигра. Знаете почему? Смотрите, только сейчас я понял. Я упустил момент на Карайку. У нее сейчас будет массовая атака кунаями, да? У меня у тигра очень мало здоровья, при этом у него пониженная защита. Мы его сейчас просто потеряем. Вот оно что. Ты представляешь? Да кого ты бьешь-то, ё-моё? Смотри. Твою ж маковку, я как в воду глядел, что так и будет все, а? Да, даже провокация не помогла мне от моего железноголового. Я сам, ребята, во всем здесь виноват. Я просчитался, почему я начал бомбить не тех персонажей, кого надо было. Почему? Мне нужно было ликвидировать Карайку. Я ведь знал, что у нее массовая атака есть. Сейчас, да, мы вообще здесь сыграли очень паршиво. Очень паршиво. Надеялся на лучшее, а получилось как всегда. Ну ладно, я не буду отчаиваться, потому что, ребят, все равно двигаемся вот... Надо было, знаете, что сделать? Надо было Леонардо мне взять в отряд. Тогда было бы все хорошо. Но я же понадеялся на своих героев, и видно, зря. Ладно, мы тогда сделаем вот такой вот отряд. И, пожалуй, к нему прибавим нашего Леонардо. Вот здесь все будет четенько. Леонардо, потому что отнимает львиную долю здоровья у наших противников. Нам остается просто лишь добивать. Но есть такие антигерои, да, которые против нас. Например, Эйприл, которая может захилять в любую секунду, что не должен ей позволить, естественно, бомбим. Также у нас есть массовый атакер, это Макман, которого тоже желательно сразу же убрать. Так, и здесь у меня выбор, да? Здесь может быть такой расклад. Он может просто ударить, может вызвать волну, может вызвать маузеров. Также и Донателло, он может сделать удар звездочками массовый. Также может поставить себе защиту. В любом случае, мне делать надо здесь массовую атаку. Ага. Вот так оно все вышло. Ну что ж, добиваем. И все у нас хорошо, да, ребят? И получается, всего лишь один бой у нас остается впереди. Но я не знаю, как у нас получится. Здесь будет у меня два таунта стоять. Первый — это Рафаэль, второй — это Рокзар. Поэтому давайте выберем, ну, предположим, даже вот Теодора. Да, Теодор. Короче, берем Рафаэля, берем Рокзара. У нас здесь Микеланджело, Карайка. И придется брать вообще какого-то слабачка. Например, Слэша. Ну, я скажу вам одно, что здесь будет победа стопроцентная. Даже, скорее всего, без потерь, если они не будут применять массовые атаки. А массовые атаки у нас применяет кто? Здесь у нас есть два персонажа. Слэш. А, нет, три. Ну, в общем, короче, здесь хватает массовых. Так что давайте, ребята, брать провокацию. Будем ставить себе уклонение на всякий случай. Ну а теперь уже будем потихоньку разбираться. Нет, родной, здесь такой фокус не прокатит. Так, хорошо пошло. Я усиляю, ребят, команду свою. Я не зря прокачивал этот скилл. И началось. Ну это обычная атака, ничего страшного нет. Но зато он бомбанул нехило, посмотрите. Даже у ворот не помог. Так, заблокировать у него ничего не... Этот, конечно же, начинает с массовых. О-оу, ты посмотри. Ты посмотри, что тут происходит.
Вот это да, вот это поворот, я вам скажу, ребятули. Вот это он звезданул, как мощно. Так, что же нам сделать? Кого бы нам ликвидировать-то в первую очередь? По идее, надо Микеланджело, но я, ребят, не успею его бомбануть, поэтому я буду Рафаэля. Так, давайте попробуем все-таки захиляться маленечко. Ага, отлично получилось. Так, усиляет команду вражеский Микеланджело. А нам что нужно делать? Во-первых, я понял, что слэш у него довольно мощный. Нам нужно как-то его, ребят, ликвидировать. Берем провокацию теперь на нашего Рафаэля. Рафика так просто не пробить. Тем более контратака стопроцентная. Воу, с удара снес. Вот это круто. Даже я не ожидал такого. Хорошо, что он там, незаметность поставил? Ну, в принципе, мне на это плевать. Так, ну-ка. Ну, естественно, ребята, слабенький он. Теперь ответка. О, даже здесь промахиваемся, ты прикинь. Мы не можем попасть по нему. Даже слэш, да? Не сможет попасть, наверное. Слэш, ты меня просто сейчас удивил. Как ты так умудрился? Ты слабее его был в разы и убил его. Офигеть, да, слэшик, красава. Ты сейчас просто выручил, грубо говоря, может быть, даже команду всю. Ну что же, ребята, мы с вами передвигаемся на 51-ю позицию. И я думаю, что... наверное, к началу следующей недели мы с вами будем уж точно в мастере находиться, если вот таким темпом будем с вами двигаться. Еще два дня у нас впереди, как говорится, целые выходные. Так, давайте-ка мы здесь обменяем, наверное, да, сюрикены. Так, наверное, вот здесь. Ага, здесь навыки, ребята. Слушай-ка, силы судьбы. В начале хода увеличивают силу атаки на 30%, если запас ХП меньше 30%. Это заманчиво, а я могу кому-нибудь еще что-нибудь эдакое выучить или нет? Или это только у Бакстера? Слушай, да, это только у Бакстера, поэтому, ребят, с вашего позволения я, естественно, это сделал. Ну, не пропадать же, как говорится, зря пассивному скиллу. Тем более, ступень четвертая, отлично. И уже сила атаки увеличивается на 40%, а не на 30%. Замечательно. 8000 у нас мутагена. Я даже могу кому-нибудь уровень, да, повысить. Так, ну-ка посмотрим. Сколько, да, ребят, я могу. Вот, 55 уровень у меня получается. Слушай-ка, мы же можем с вами ему прапать. Так, давайте-ка попробуем найти. У нас есть, да, у нас всего хватает. И я попробую, ребят, прапать ему на третью ступень на уклонение. Данспол у Майки, да? 7 нужно было нам ящиков. Так, 3 уже я нашел. Уже 4. Так, 4 пока, подождите. Пока 4. Да елки-палки, ну что ты делаешь? Так, 5. Еще 2 ящика, ребята. Еще 1. Ну хорош. Начинает тут, а? Выежиться. Так, ребята. И теперь давайте-ка быстренько, да, прокачиваем ему до 3 ступени. То есть это получается уклонение будет на 60%, наверное, да? Так, 3 ступень. И смотрим. Слушай, нет. У нас увеличивается вероятность. А шанс уклонения такой же, ребят, на 50%. А вообще он может увеличиваться или нет? Но это мы можем узнать, если, например, найдем еще 10 знаков. 10. У нас еще есть, ребят, с вами пицца. Можно, в принципе, поискать. 1. Сейчас я запарюсь искать. 10 знаков. Да ну. Хорош, давай серьезно. Понятно, короче, ребят. Давайте-ка я лучше тогда не это буду искать, а знаете кого и что? Мне нужно найти вот сюда вот. Здесь нужно ДНК на Бибопа найти, я потому что, ребят, его хочу прокачать по максималке. А вы знаете прекрасно, что всего лишь 3 попыточки у меня на это дело есть. Да, ну 2 ДНК из 3 попыток — это хорошо. И сейчас я хочу еще поискать на Донателло. На него ДНК надо найти. Так, вот он, тем более у него 86. То есть нам нужно всего лишь 14 ДНК найти. Одно есть. Так, тихо, иди сюда. Второе, ты прикинь. То есть... и третье, ребята, 3 попытки. Вообще удачные, прям вот в луночку, как говорится. Слушай, ну скоро у нас, скорее всего, ребята, Донателло прапается, да? Сколько там? 89, буквально 11 ДНК на него надо всего лишь найти. И он у меня будет 5-ю медзвезду. Это шикарно, это будет очень круто. И хотелось бы, конечно, в скором времени мне как-то
найти Бибопа. Кстати, у него навыки можно прокачать. Ого. Так, набираем. Так, вот это вот надо, ребята, сделать. Потому что, ну, 10% это мало, да? А если мы проапаем, у него, наверное, будет 20. Проверим, насколько у него там. А, на 15, ребят, на 5% увеличилось. Но это тоже неплохо. Все-таки есть какой-то шанс двойной атаки. Для нас это выгодно. Ну что, ребятули, наверное, мы больше сегодня ничего с вами не сможем сделать. В магазине мы все купили, что нам нужно. Так, на турнирке мы с вами побегали, да? На турнирке побегали. В испытаниях. Сюда, ребята, я заходил, но это бесполезно. Мне дают слабых героев. А тут, сами понимаете, 75-е плюс элита, прокачанные до безумия. Я с ними просто не справлюсь. Единственное, что у меня 26 пиццы еще, да? 26 пиццы я могу... Я могу что-нибудь поискать. На чем мы там остановились с вами? Мы хотели у Микеланджело найти... Нет, не ДНК мы хотели найти, а на прокачку того же самого танцпола, да? Нам нужны знаки. Ладно, давайте добью последние вот эти вот куски пиц на знаки. Отлично. Ну что ты, что ты? Ну давай, ты не выкаблучивайся. В принципе, довольно неплохо они ищутся. Пицца, конечно же, закончилась у нас. В общем, короче, ребята, еще 5 знаков я накоплю и прокачаю танцпол до 4 ступени. Я думаю, что это будет вообще великолепно и будет у ворот у нас обалденно. Ну, по крайней мере, шанс будет офигенный. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!